Православный мир отметил Преображение Господне. Это престольный праздник главного храма городского округа Люберцы. Ранним утром там прошла торжественная литургия, после чего прихожане приняли участие в благотворительном фестивале. Как люберчане отметили яблочный спас, расскажет наш корреспондент. Это уже третий визит архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия в городской округ. На этот раз Высокопреосвященнейший Владыка возглавил службу в честь одного из 12 великих церковных праздников – Преображения Господня. В народе православный праздник называют яблочным спасом. Считается, что с этого дня осень постепенно вступает в свои права. Прихожане приносят яблоки и другие сезонные фрукты. Свежие плоды принято освящать в знак благодарности Богу за новый урожай. Поздравляю всех православных с праздником Преображения и с яблочным спасом. Желаем мира вокруг, мира в семье, мира в душе, гармонии, любви и тепла. На территории храма Преображения Господня прошел благотворительный фестиваль. Все желающие могли принять участие в различных мастер-классах, научиться изготавливать тряпичные куклы и изделия из лозы. Организаторы праздника – представители православной школы «Образ». Фестиваль благотворительный проводится для того, чтобы познакомить людей с нашей школой, с нашей деятельностью. Вот. И также показать, что у нас есть замечательный лагерь, который мы хотим сделать круглогодичным. Все средства пойдут в пользу лагеря. Большая реконструкция проведена. Ну, еще нужны средства, чтобы сделать все еще лучше, еще комфортнее, еще удобнее для тех, кто будет там и в зимнее время тоже. Площадки фестиваля работали до вечера. В течение дня прихожане приносили в храм главный символ праздника и, конечно, угощали им. Считается, что если на спас съесть яблоко, целый год будешь здоровым. С праздником, с преображением! Всем мира, любви, счастья, добра! Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.